нужны для учебы крутые девайсы. В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Компания Титан. В Кирмейском районе арестованы начальник и главный специалист отдела Министерства лесного хозяйства. Мужчин обвиняют в получении групповой взятки в крупном размере. По данным следствия, в этом году лесные бизнесмены заплатили обвиняемым за покровительство 500 000 рублей. За действиями взяточников следили несколько месяцев. В кабинете главного фигуранта уголовного дела, он в белом свитере, оперативники экономической безопасности установили видеокамеру. Именно в этом помещении начальник отдавал часть взяток своему подельнику и по совместительству подчиненному, главному специалисту лесного отдела. 25 отчитанных было возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения им взятки. Так, 1 февраля последний получил от индивидуального предпринимателя, который осуществляет лесозаготовительные работы на территории Кирмейского лесничества, взятку в сумме 27 тысяч рублей. Взятки чиновникам передавали лично в руки директора и замдиректора лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий. Плательщикам были особые условия по работе. Сначала оперативники собирали факты на каждого из фигурантов дела, потом все эпизоды были объединены. В настоящее время следователи проводят следственные действия в отношении обоих обвиняемых. Избраны меры пресечения в виде ареста. Расследование всех уголовных дел продолжается. Они соединены в одно производство. Сейчас по статье получения взятки в крупном размере группой лиц обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом 30 миллионов рублей. Михаил Вагин, место происшествия.